Расскажите, пожалуйста, про янтры и мандалы. О, договорился. В чем их сходство и различия? Как можно их использовать? Можно ли их вышить для себя на канве? Что символизируют цвета в них? Возможно, есть какой-то семинар по этому поводу. Очень большое желание их вышить. Да, действительно, янтры и мандалы, они отличаются между собой. И что это обозначает? И янтры, и мандалы используются в тибетском и, в общем-то, в буддийском мистицизме как элемент прообразов дворца. То есть фактически это выглядит так. Считается, что если человек хочет молиться какому-нибудь намерению, допустим, богу денег или богу везения, или богу, который устраняет препятствия какие-либо в жизни, то он должен для того, чтобы ему молиться, построить для него дворец. После чего побывать в этом дворце. Фактически вот этот прообраз янтры или мандалы, что по идее, если честно, одно и то же, то в этом прообразе ставится некий вот такой дворец, который визуально, и это называется в буддизме второе сознание или второе видение. В этом втором видении он, человек воспринимает вот такой дворец, окрашивая разные стороны разными красками. Обычно красками, которые связаны с астрологией или связаны с элементами, которые есть на разных или находятся на разных сторонах света, то есть север окрашивается в зеленый цвет, юг и запад окрашивается в красный, соответственно, в желтый и так далее. То есть там есть свои какие-то нюансы, вот такие, это не принципиально. Также во время визуализации человек представляет, будто он входит в дворец, где стены окрашены, естественно, вот таким цветом, после этого проходит в круглый дворец, смотрит на трон, на нем находится и дальше там Будда. В случае, если это используется, допустим, в виде ритуальной магии, уже готовой, то это называется янтрой. В случае, если это изображение, которое связано с мистицизмом, то есть это связано с изображением, допустим, которое вы видите в храме, в монастыре и не знаете, как с этим работать, то это называется мандала. Мандала — это фактически New Age, новые системы восприятия живописи, где человек условно может построить для себя некие внутренние ценности, расставив их в круг или в квадрат, окрасив их какими-либо симметричными рисунками. А также это может быть новый вот такой мозаичный, необычный подход к оформлению своего жилища и так далее. Я могу сказать вам, что New Age мандалы, которые сейчас очень широко используются, которые якобы могут для человека привлечь в жизнь человека какие-либо там возможности и так далее, я считаю, они, ну, по моему мнению, не имеют такого должного, ярко выраженного магического влияния. Не хочу никого обидеть. Возможно, оно есть, но я думаю, что это влияние исключительно зависит от того человека, который создает такую мандалу, и исключительно от его, наверное, намерения энергетического заполнить такую мандалу. Возможно, зависит от того, насколько он молится или читает мантры или заклинания, или что-то делает, там молитвы, что-то делает с данной мандалой. Таким образом, облучает фактически такой эзотерической энергией такую мандалу, и в дальнейшем она может каким-либо образом действовать. Нужно ли мандалу какую-либо или янтру размещать у себя на теле? Я считаю, что нет. Само изображение янтры или мандалы само по себе без дополнительной визуальной работы, ну, фактически ничего не значит и фактически работать не будет.